В 2018 году SD Свет совместно с группой компаний ПИК реализовали проект по внедрению нового светодиодного освещения на территории ЖК в комплексе с декоративными опорами. Для данного проекта мы решили использовать базу модульного светильника SD Свет Street LED. Конструктив опоры состоит из стального профиля. К нему под углом 100 градусов крепится консоль, изготовленная из листового металла. В консолях имеются монтажные отверстия в габарит установочной рамки светильника. На светильнике установлена рамка, не позволяющая светильнику провалиться внутрь консоли, и пружинные механизмы, не дающие светильнику выпасть из нее. Жилой комплекс «Петр I» стал первым жилым комплексом, на котором установлено дизайнерское решение для уличного освещения SD-свет. На его территории установлены 6 типов опор с тремя видами модульных светильников, различающихся по мощности. Первый тип – это 6-метровая одиночная опора со светильником мощностью 60 Вт. Данная опора служит для освещения проезжей части во дворе ЖК, а также для освещения парковок. Второй тип – 6-метровая двойная разноуровневая опора, в которой также установлены светильники мощностью 60 Вт. При наличии пешеходной зоны, прилегающей к дороге, берутся двухконсольные опоры. Консоль на высоте 6 метров направляется на дорогу. Консоль на высоте 4 метра направляется на тротуар. За счет низкой высоты установки светильник не светит в окна близлежащих домов. Третий тип – 4-метровая одиночная со светильником мощностью 32,5 Вт. Используется для освещения пешеходных зон, а также парковых зон и аллей. Светодиодный модуль данной опоры ниже средней высоты парковых деревьев, чтобы деревья не перекрывали освещение. Четвертый тип – 6-метровая мачта на один прожектор со светильником мощностью 60 Вт. Для освещения открытых площадок – игровая зона, детская зона, любые другие площадки с размещенными на них спортивными, игровыми конструкциями, игровыми столами и так далее. Основная особенность – подвижность светодиодного светильника. Короб, в который он установлен, не ограничен в повороте как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Вторая особенность – имеется несколько модификаций подобных опор, отличающихся друг от друга количеством консолей с прожекторами. На данный момент есть варианты с одной, двумя и тремя консолями. Пятый тип – 6-метровая мачта на два прожектора со светильниками мощностью 60 Вт. Используется обычно при освещении одной большой открытой площадки, например, футбольной коробки. Либо при освещении двух смежных зон, тогда опора ставится на их границе. Один прожектор направляется в сторону первой зоны, второй прожектор – в сторону второй. И последний – шестой тип – боллард со светильником мощностью 10 Вт. Используется для декоративной подсветки для выделения пешеходных зон. Проектируется по требованию дизайн проекта либо на усмотрение проектировщика-дизайнера.